Друзья, всем привет! Всем добрый день! Вы на канале Чернова ТВ. У нас сегодня новый влог. Смотрите, кто у нас на кухне. Настюшу вчера выписали, друзья, с больницы. Да, Зайка? Потому что анализы хорошие и показатели в норме. Да? Да. Ну, с легкими не очень, но, как сказал врач, что я иду на поправку и долечиваться дома. О, это очень хорошо, что Настюшка дома. Мы сегодня с Настюшкой уже с утречка съездили в магазин, купили некоторые продукты. Сейчас с Настюшкой вместе готовим. Нам очень захотелось борщ. У нас давно дома не было супа, и поэтому нам очень захотелось борщ. Мы все купили на этот супчик. Даже купили сало и лучок. Ты положил на морозилку? Нет, сейчас я положу сало в морозилочку. Вот такое, друзья, мы купили сало. Оно очень-очень вкусное. Главное его закинуть в морозилочку, чтобы оно было замороженное, Мы с Настюшкой сегодня хотели с утречка поехать в Lidl. Подъехали, там такая была очередь, что мы передумали. Не хотелось нам стоять час в очереди. И поэтому мы с Настюшкой заехали в Риме и там купили все продукты. Конечно, мы с магазина выходили, да, и там тоже уже образовалась небольшая очередь. Друзья, я вчера был в Риге, с бабушкой Верой мы ездили, в 13.00 мы простились с моей мамой. Как все происходило, я не буду объяснять, все знают, как все происходит на таких мероприятиях. Настюшка уже все порезала на борщ, здесь капуста, морковка, свекла, там лук. Полиночке сделали вот такой вот салатик, она попросила. Огурчики, помидорчики с сметаной. Вот и я держу камеру в руках. Вы этого очень долго ждали и скучали. Кирюш попросил рассказать, как в больнице было. Ну, как в больнице, как в больнице. Все заходят в этой экипировке, как просто такая зона отчуждения, да. Нет такого, что там не заходят. Нет, они заходят постоянно, часто. У меня была трехместная палата. Но была только я и бабушка старенькая, 94 года. Вот, тоже так жалко ее было. Ну, 94 года это очень много. Ничего мне не делали. А, нет, мне кололи тромбаз в живот, но они всем это делают, как я понимаю. Мне в вену вводили лекарства для бронхов, да, чтобы, ну, помогать, как бы, чтобы дышала сама. Мне не прописан был кислород. Он был в достаточно нормальном состоянии. Мне еще мерили температуру в 5-6 утра, проверяли давление, пульс, мне взяли все анализы. Они, ну, более или менее в норме. Даже витамин D у меня в норме, что удивительно, да? Железо, может быть, чуть-чуть понижено. Ну, D тоже, может быть, чуть-чуть можно принимать, но он не критичен вообще. У меня повышен сахар, и с этим мы будем разбираться. Мне даже сегодня врач звонил, напугал. Он говорит: «Анастасия, здравствуйте, мы вас выписали, но тут пришли результаты анализов, которые мы ждали». Я чуть не упала, реально, это так было страшно. Я думаю, неужели мне возвращаться? Но он сказал, что сахар, да, повышен, ему это не нравится. Он взял какой-то расширенный анализ на сахар, который показывает показатели сахара за последние несколько месяцев, и ему они не понравились. Мне нужно будет сдать еще один тест уже с семейным врачом в лаборатории, и тогда будет понятно. Вот такие вот новости, да, не очень хорошие. Ну, как есть, так есть. Как есть, короче говоря. В больнице кормили, может быть, кого-то это нормально, но я не кушаю в больнице. Я, во-первых, очень брезгливая, и, ну, как есть, да, я брезгую очень сильно. И я не могу пересилить себя. В какой-то момент я была безумно голодная. Это, наверное, в тот день, когда я еще не знала, что меня оставят, да, получается, а?
Да-да. Меня наверх отвели, и мне с собой, естественно, ничего не было. Я была очень-очень-очень голодная. Я поела вечером сардельку с хлебом. Не стала притрагиваться даже к салату. Там был салат какой-то жидкий. Я не могу это по-другому назвать. Но это было невкусно. И даже просто сарделька, да, вроде бы, что такого сарделька с хлебом? Мне это было очень невкусно. Утром я кушала хлеб с маслом, потому что очень хотелось. С каким-то чаем, да. Все в одноразовых посудах приносят. Сразу же все выбрасывают прям в палате, если ты что-то не съел. Миля, можешь кастрюлю переставить на передний план, и тогда тебе там нормально будет. Тот завтрак, который вам Кирюша выставлял, да, где просто был хлеб, масло и сыр, это вообще я была в шоке. Такое ощущение, что они правда забыли положить кашу, потому что на следующий день уже было то же самое, но каша была. Я тоже кашу поклевала чуть-чуть. Ну, рисовую кашку с вареньем чуть-чуть я смогла. Я себя пересилила, ну, потому что очень сильно хотелось кушать. Вот. На следующий, ну вот вчера, получается, врач меня выписал, сказал, что это просто вирус, и надо долечиваться дома как-то свежим воздухом, водичка, витамины, движения, упражнения дыхательные разные. У меня по диагнозу двусторонняя пневмония средней тяжести, но по анализам, что это уже все идет на... Маленький газ сделай. Ну, на выздоровление. А как там уже потом? Последствия какие-то или что? Ну, он не может это угадать, да? Через 3 месяца делать рентген. Ну, короче, дальше все со своим семейным врачом, но это логично. Кашель у меня уже намного меньше. Сейчас у Кирюши кашель даже сильнее намного, чем у меня. Он все силы бросал на меня и про себя совершенно забыл. Но у него на тот момент, как бы он был, кашель, но уже лучше. Он такой был недолеченный, как я понимаю. И он его не долечил, и сейчас ему с кашлем хуже. Завтра мы все идем к врачу, к семейному. Будем смотреть, слушать и проверять, кому что нужно еще пить, принимать и так далее. Вот. У меня потихоньку возвращаются силы, но их немного. Например, сегодня я сходила в магазин, но я действительно, я сама хотела в магазин, я хотела на воздух. Сейчас я уши заложила все. Ничего не покидает надежды сегодня погулять, но на улице дождь моросит, да и кушать надо. Миля, там точно кипит? Да? Закрывай крышку. Вот. Как Кирюша сказала, очень супчика захотелось, прям очень. Я несколько дней мечтала о борщике настоящем моем, вкусном. Серьезно. Борщик, да. Вот. В магазин сходили, сама хотела, но сил у меня это отняло. Я пью мелдронат, мне он помогает, но все равно, как бы, я вот пришла с магазина, легла и не могла полчаса встать и даже переодеться. Но ничего. Все это пройдет, все будет хорошо. Уже лучше и по ощущениям, естественно, намного лучше, но это такая болячка, которая просто как обычный вирус и как обычная простуда раз и не проходит, да? Это восстановление, у многих это занимает до года, восстановление после ковида. Ну вот такие пироги, я рассказала вам немножко. Спрашивайте, если есть что спросить. Еще я хотела бы сказать огромное спасибо вообще всем, потому что сколько вы писали под влогом, под влогами, но еще больше, наверное, в несколько раз мне писало людей в Инстаграм. Вот вроде бы ведешь блог, там, YouTube, Instagram. Instagram у меня, можно сказать, заброшенный уже был давно, но я почти его не вела. Ну, как надо, да? И кто-то отписывается, кто-то приписывается, кто-то кого-то раздражаю я, и мы, и надоели, может быть, и так далее. Иногда нет той отдачи, которую хотелось бы, например, на что-то.
Но сейчас, в это время, я получила и получаю до сих пор столько сообщений от вас, даже от тех, кто никогда мне не писал, даже от тех, с кем мы, может быть, в ссоре, даже те, кто, кого мы раздражали, даже те, кто раньше писал гадости. От всех столько сообщений. Вы не представляете, насколько это приятно. Люди писали, что за нас переживают просто полгорода. И вы просыпались и первым делом просто писали, как у нас дела. Вы перед сном писали просто, как у нас дела. Вы переживали и до сих пор переживаете. Это просто нереальный поток энергии был, нереальный поток сообщений был постоянно. Если я добавляла какую-то сториз, сразу же миллион ответов на нее. У меня выросли все просмотры, и люди писали, что они вообще не сидят в Инстаграме. Но из-за того, что они следят за нашим здоровьем, за нашим всем, они специально заходили в Инстаграм вот ради этого. Ради этого узнать, как мы, поддержать, написать, дать какие-то советы, да и просто высказать свою поддержку. Это очень приятно, это вообще, мы ощутили такое количество людей вокруг нас, нереально крутых, спасибо вам каждому, каждому. Я знаю, что многим не отвечала, но я прочитана, у меня все абсолютно. Иногда просто не было желания отвечать, иногда не было сил, иногда хотелось просто отвлекаться и не думать ни о болячках, ни о чем на свете. Просто смотреть тупую смешную комедию и все. Вот. Спасибо вам огромное, это очень приятно, это до слез приятно. Это правда, это очень искренне я вам говорю. Спасибо вам. Друзья, у нас здесь жарится морковочка, да, свекла, лук. А мы уже почистили картошечку и все уже кинули с капусточкой в кастрюльку. Сейчас будем все это вместе перемешивать. Это все будем вываливать в кастрюльку. Потом мы положим пасту, засыпем чесночком. Паста будет сюда, в овощи. А, паста в овощи будет. Короче, смотрите дальше. Настюшка порезала мясо. Да? Максимка помогал маме? Мирена наша собирается гулять. Во сколько быть дома? Во сколько быть дома? Без 10:08, да? Нормально. Нормально. Пасту нужно было добавлять в зажарку. А потом мы все это вы там, да, когда картошка сварится, мы все это будем соединять. Так, у меня суп готов, я его выключаю. Все очень вкусно получилось. Главное, камеру сейчас туда не уронить. Нет времени настаивать его. Очень хочется кушать, и мы хотим погулять, пока совсем не стемнело. Так что садимся кушать. Так, сейчас мы будем садиться кушать. Я себе еще лимон добавлю, я обязательно в борщ добавляю лимон. Мне без лимона. Да, тебе без. Это мы положили бабушке супчик, отвезем ей. Также ей положили лучок, хлебушек и сало. Завернем и все отвезем. Посмотрите, друзья, какая у нас красота. Мы о вот этом обеде с Настюшкой мечтали. Сейчас будем кушать. Приятного аппетита, кто сейчас кушает. Друзья, всем добрый вечер. Вот мы наконец-то вышли на улицу подышать свежим воздухом. Ну, мы на дороге стоим. Да, 10 идем. Бабушке Вере мы отвезли супчик. Она была очень-очень этому удивлена и очень-очень этому довольна. Погода, конечно, нас сегодня не радует. На улице такой мелкий-мелкий дождь. Ну, промокнем, намокнем и поедем тогда домой. Дети очень хотели на площадку, но мы им объясняем, что площадка вся мокрая. И поэтому Полиночка взяла самокат, Максимка взял беговел. И катаемся, и дышим свежим воздухом. На улице так хорошо, никого нету, пустые улицы. Сейчас мы находимся в нашем Приморском парке на улице Хикасиела. Дети, видите, как здесь красиво, круто, да? Дети вообще были в восторге от этих синеньких фонариков. Вау, слышите, да? Ну как, дети, классно? Папа, ходи
Ну пошли подойдем. Ну. Помедленнее, пожалуйста. А? Да я вижу, я их, доченька, уже не первый раз вижу. Вау, как светится красиво. Вау, да, смотрю на твой велосипед. Пойдем, пойдем. Друзья, ну вот мы нагулялись, намокли, да? Погодка классная, хорошо, что нету ветра. А так то, что дождик такой моросит, пофиг. Да, Зайка, как ты себя чувствуешь? Устала. Настюшка устала, потому что у нее еще нету сил, как были раньше. Вот, сейчас поедем домой и будем отдыхать. Что мне сегодня, надо мне сегодня сделать? Ингаляцию сделать, таблеточки выпить. И тебе тоже, да? Друзья, все, давайте мы на сегодня говорим вам ата-ата. Увидимся с вами завтра. Давайте, ата-ата.